Всем привет! Вы находитесь на канале MMABets, и соответственно, как знают многие наши подписчики, в основном мы занимаемся аналитикой именно UFC, UFC боев, да, но сегодня решили немножко отойти и окунуться а, тоже в очень-очень такую интересную тему тему кулачных боев, а, именно конкретно промоушен топ-док FC и. Сегодня мы разберем несколько поединков с ближайшего предстоящего их турнира. Соответственно, меня зовут Роман, и в этом обсуждении компанию мне составит Арсений. Сень, привет! Да, всем привет! Мы должны были записать еще нас на прошлый топ-дог, так сказать, аналитический разбор, но немножко не получилось, и получилось зато на сегодняшний турнир. Он более крупный, чем прошлый, и думаю, будет еще более зрелищным, чем прошлый. Так что приступим. Итак, начнем. А, вот, собственно, с этого поединка, который у вас сейчас на экранах, а именно Бавар Гладиатор против а, Мурат Дидок. Да, ему будет противостоять. Соответственно, а, эти бойцы провели уже а, свои бои до да, в топ-дог. Бавар провел один бой и он одержал победу. И, соответственно, а, Мурат провел два боя. Uh, у него было поражение, и в крайнем бою он закрыл это поражение, сумел выиграть. Uh, вообще, по большому счету, и у того, и у того бои были, ну, на мой взгляд, довольно сложные относительно, да, они uh, имели проблемы там, ну, именно в, в, в про крайний поединок, да, я говорю, ну, понятное дело, что в первом, в первом поединке у Мурада там были проблемы, ясно. Вот, ну, вообще, Бавар показал довольно хорошее выступление, там, некоторые проблемы в начале у него были, в том плане, что он пропустил немного ненужных ударов, он получил рассечение, повреждения, да, но он вообще довольно такой агрессивный, агрессивный боец, и, соответственно, в одном из моментов, да, когда его соперник решил немножечко так побравировать, покричать... Развести руками, да, соответственно, Бавар молодец, сумел его на этом а, поймать, отправил в нокдаун, и да, дальнейший бой уже шел под его диктовку и а, он одержал победу а, в этом бою. Но, соответственно, что касается а, Мурада, ну а, вообще, знаешь, можно понять, почему у него такая кличка. Я бы не сказал, что он очень скоростной боец. Вот, но он, насколько я понимаю, многим полюбился, потому что вот такой вот у него был сложный бой, он пропускал довольно много, но он сумел в каком-то моменте во втором раунде очень хорошо попасть, его это самого прям завело так, он получил много энергии, да, в том числе от зрителей, и, соответственно, ну так хорошо закончил бой, соответственно, тоже получил победу. В общем, сразу, да, стоит заметить, что у нас, конечно же, есть коэффициенты, да, этого противостояния. И, соответственно, мы можем посмотреть, что здесь фаворитом идет именно, именно Мурат Арцулаев, да, дедок. И, соответственно, Сень, скажи, пожалуйста, как ты видишь вообще ход этого боя? И вот такие коэффициенты, они оправданы? Что касается этого боя, я думаю, реально полетят искры, и это будет явно зрелище, зрелище так скажем, да. Дедок не отступает назад абсолютно, постоянно идет вперед, он обещал а, показать еще более лучшую форму, чем было даже в прошлом бою, хотя и так было видно, что он немножко похудел, чуть больше занимался и, mm -hmm. наконец, добрался до победной так скажем, вершины, да, но э, на этом он, думаю, не будет останавливаться и будет развиваться дальше. Что касается Бавара Гладиатора, он вообще вышел на прошлый бой на коротком уведомлении и показал просто мега-зрелище. А, мне нравится, как этот парень работает, и я не могу сказать, что это коэффициенты по делу. Единственное, что могу сказать, что я понимаю, почему такие коэффициенты выставлены, потому что Дидок реально более... А более узнаваемый парень, да, который уже дрался mm -hmm. целых два боя на э, топ-доге и показал реальное зрелище, то есть э, даже в том бою, он проиграл, все равно там было и э, значит, дух, и сильные удары и все от него было. В целом Бавар работает отлично, он работает двойками, он работает не только в голову, но и по корпусу. Также он является более разносторонним ударником, чем Мурат Дидок. По крайней, ну это это сугубо мое личное мнение, да. Uh, там, потому что дидок как бы является каким-то там мастером спорта, да, я в эти uh, не углублялся вещи. Я смотрел их бои и делаю выводы, потому что вижу, потому что многие из них вообще являются боксерами, да, но они нельзя mm -hmm. ногами бить, поэтому абсолютно не имеет значения, какие они титулы носят. Uh, потому что я видел, Бавар является более разносторонним ударником, так как и может работать не только на ближней дистанции, но и на дальней. Вот. Мурад uh, же такой технической разнообразностью похвастаться не может, потому что он в основном только идет за рубы, а, а что касается ударов его с дистанции, это в основном а, дальний прямой удар, после чего он убирает голову вниз, надеясь на лучшее, так сказать. Вот. Бавар Гладиатор, он, он отлично работает на ногах, а, челнок, и вообще в целом все, кто обладает челноком, да, они предпочтительнее смотрятся в, в, в любых ударных Видов mm -hmm. спорта, да, да и не только в ударных, потому что кто смотрит наш канал не первый год, знает, про что говорим: говорят эти парни, да, вот, mm -hmm. собственно, собственно, я здесь отдаю предпочтение Бавару, да, он, он более ä, разнообразен, он работает много по корпусу, что я думаю, здесь ä, составит огромную роль потому что Дидок устает, устает уже во втором раунде, а если ему бить по корпусу, я думаю, что Бавар э, будет наращивать и наращивать преимущество в течение боя. Конечно, в каждом бою может быть все, но я даю предпочтение Бавару-Гладиатору, думаю, что он даже способен победить досрочно. Ну, в принципе, посмотрим, отличный бой нас ждет. Да, однозначно бой будет, конечно, очень зрелищным. Ну, собственно, здесь я вынужден, конечно, согласиться с тобой, потому что после просмотра боев мне показалось, что в скорости Бавар превосходит своего соперника и в технике тоже. Но Бавар тоже такой довольно агрессивный парень, и зачастую на зарубы он отвечает. Соответственно, здесь некоторые шансы открываются да, для его соперника, но... Коэффициенты, конечно, здесь говорят нам обратно, и с такими коэффициентами я согласиться не могу, поэтому присоединяюсь. Я здесь тоже отдаю предпочтение именно гладиатору. Да, кстати, он сказал, что в том бою он выходил на коротком уведомлении и решил uh -huh. проявить, показать себя, поэтому решил чисто порубиться. Здесь я думаю, что он будет более аккуратно работать, и мы увидим именно техническое превосходство. Итак, следующий бой, следующее противостояние. У нас здесь Павел Шульский против э, Германа Скобенко. Вот, и, соответственно, ну, мы здесь видим, что один из этих парней не очень атлетично выглядит, да, но, но здесь стоит заметить, что у него очень неплохая боксерская база. И, опять же, есть несколько его боев. Э, соответственно, в боксе, да, также... В Топ Доге он уже выступил еще там в одном промоушене, ну, таком, примерно э, этого же ключа, да. Вот, и показал-то он себя неплохо, очень и очень э, неплохо, несмотря на, на, на вот такую комплекцию, да. У него прям весьма быстрые руки, как мне показалось, э, довольно скоростные, и действует он вполне себе э, технично. Вот. Uh, ну, а Павел Шульский, опять же, я думаю, этого парня запомнить, конечно, могли люди, которые следят да, за кулачными боями, следят за топ-догом, потому что в прошлом бою он встречался uh, с Гаджи Автоматом, также небезызвестным, и... По сути, показал хороший зрелищный бой. И в инстаграме он там пишет у себя: да, что их противостояние еще не закончено, что оно должно продолжиться. Ну, то есть, почему так сложилось? Потому что он очень, ну скажем так, хорошо себя в третьем раунде показал, да. То есть два раунда его, ну, по большому счету, избивали, но в третьем раунде э, гаджи-автомат очень устал. И вот здесь уже Павел Шульский смог себя проявить. Но, по большому счету, опять же, бой все-таки он проиграл, и это. Абсолютно здесь по делу, но тем не менее, сейчас у нас противостояние другое. И на данный момент, да, несмотря на то, что у одного из этих э, бойцов есть в активе ничья, да, у другого в, э, есть поражение. Коэффициенты мы здесь видим. Следующие шульский идет фаворитом. А Скобенко идет андердогом. Соответственно, в очередной раз, Сень, я у тебя вынужден спросить, согласен ли ты с подобным раскладом а, букмекеров? И как ты считаешь, кто все-таки более техничный из них? Интересный бой, абсолютно. Мы видим то, что Павел Шульский идет фаворитом. Это, в принципе, тоже ожидаемо было, абсолютно, потому что Гаджи автомат это по сути вершина вершин. Да, в топ-доге. Это парень, который по сути просто номинально не обладает местным титулом это «Персень», да, кулачных боев. По, по факту, показав близкий как бы бой, да, из-за этого, по сути, получил небольшой хайп, да, небольшую огласку боя. Тем более бой был очень активный, очень жесткий. И некоторые даже писали, что это был булл Естественно, писали люди, которые не понимают в боях. По сути, надо понимать лишь одно – а, арифметику, да, то есть раз, два, три мы умеем читать, и сколько там было нокдаунов в первых двух раундах, это в принципе остается а, не загадкой для тех, кто умеет читать, да, и в принципе понятно, кто выиграл, с каким, расч... с каким разрывом. Да, Гаджи Автомат в третьем раунде показал очень близкое выступление и очень сильно устал. А, а, говорилось о том, что он чем-то болел, но факт как бы остается фактом, что он очень сильно устал, да, и болел он не болел, а, правда в том, что Гаджи-автомат в таком стиле, в каком он работает, ну, на три раунда никого бы не хватило абсолютно. Mm -hmm. а, то, что Шульский не улетел в нокаут, это, по сути, а, небольшое чудо, да, потому что mm -hmm. плюшки залетали великолепные, они а, как бы обходили руки, попадали в челюсть, попадали в висок, но этот парень обладает большим, Запасом здоровья, и поэтому он не, не погиб в том бою, да, ну так mm -hmm. скажем, да, не вырубился наглухо. Герман бенка встал с дивана в прошлом бою, буквально за несколько там, не, не сказать, что за несколько часов, но за день встал с дивана и показал супер близкий бой с неплохим бойцом. Здесь он будет гораздо более готов, я думаю. И в принципе вопрос такой. Не хочется растягивать да, ролик, но скажем так, вот э, почему Шульский падал? Потому что Герман, ой боже, потому что Гаджи хорошо бил? Mm -hmm. Или потому что у него есть огрехи в технике? Он является мастером спорта э, по боксу, да? И, и падал он именно из-за своих огрехов, я считаю, потому что он боец высокий, он боец габаритный. И таким бойцам зачастую э, их антрометрия многое прощает. Да, но вот гаджи не простил, да, и поэтому дырки с обеих сторон, потому что руки достаточно далеко от головы, да, они залетали прямиком туда, куда бил Гаджи. Да. А здесь, как бы Герман менее сильно бьет, но тем не менее является быстрым и более выносливым бойцом. Поэтому я думаю, что э, коэффициенты выставлены, опять же, не. Не так, как должно быть, должно быть более близко. Понятно, что Шульский будет фаворитом, потому что он габаритный, потому что он типа мастер спорта по боксу и, и по, как бы по технике не уступает. Но для меня лично Скобенко является здесь более интересным бойцом. Он отлично двигается на ногах, он работает на подскоке, он не дает по себе бить, что самое интересное, да. И э, именно Павел Шуский, который обладает агрессивным стилем, думаю, что будет пропускать, но, возможно, не так часто падает в нокдауны. Да, Сень. Опять, опять же, я здесь тоже э, соглашусь с тобой. Меня на самом деле прям вот, конечно, удивило выступление Германа предыдущее. Э, да, даже просто, да, визуально, если на него посмотреть, но ну, э, трудно от него ожидать, да, чего-то такого техничного и более-менее хорошего кардио. А э, это, это у него присутствует, что интересно. Вот, соответственно, я думаю, коэффициенты выставлены, ну. Скорее всего, просто из-за прошлого боя Шульского. Я думаю, что здесь вполне, вполне у андердога есть шансы. И, на мой взгляд, эти шансы очень даже реальные. В общем, тоже как... отдаем предпочтение здесь. Да, как сказал вот недавно NetDS про Конора, да, это там не Парье сделал классную работу, а Конор, да, обосрался. Вот, грубо говоря, в том бою примерно что-то то же самое было. Просто Гаджи навязал такой темп, который сам не смог потянуть, грубо говоря. Итак, ребят, вот такая вот у нас получилась а, аналитика. Да, в принципе, кратко, но я надеюсь, что вполне все доступно и интересно. Если вам понравилось, то обязательно поставьте лайк. И, конечно же, если вы наткнулись на этот ролик в рекомендациях, то переходите на наш канал, потому что у нас есть также ролики с разбором других боев, также с, с промоушена топ-дог. И, соответственно, ребят, обязательно подписывайтесь на все наши ресурсы. У нас есть паблик ВКонтакте, очень крутой и интересный. Да, подписывайтесь на наш канал. Также есть чатик в Телеграме. И ä, напоминаю, что если вас интересуют конкретные прогнозы, да, на кого, что, куда и где, то есть прогнозы от ММБЭД в закрепленном комментарии. Я оставляю ссылочку. Ну, собственно, э, на этом пока все. Пишите свое мнение в комментарии, обязательно. Всем пока.